Уважаемые одесситы, в Одессе стартовал отопительный сезон. На сегодняшний день 9 из 11 газовых котельных, это крупные районные котельные, уже подключены и подают тепло в дома одесситов. Также начали поэтапное подключение школ, садов и больниц нашего города. На сегодняшний день 64 школы, 64 детских сада и 83 медицинских учреждения уже подключены к системе центрального отопления. Также работают сегодня все угольные котельные. С завтрашнего дня ТЭЦ, Одесская ТЭЦ, начнет подавать тепло в центр города. Уважаемые одесситы, если вы знаете, что газовая котельная в вашем районе уже подключена и подает тепло, но в ваших домах по-прежнему холодно, большая просьба обратиться в ЖКС или в ОСМД, которая обслуживает ваш дом, с просьбой открыть вентиль и пустить тепло в ваш дом. Отдельно хочу обратиться к жителям микрорайона Школьный. В ваших домах также на сегодняшний день есть возможность подачи тепла. Котельная Школьная, на которой сегодня заканчиваются ремонтные работы, ее абоненты переподключены на котельную Южная-1. Поэтому точно так же обращайтесь в ваши ЖКС или ОСМД, если в ваших домах отсутствует отопление, с тем, чтобы данные структуры открыли вентиль в вашем доме. Отдельно хочу обратиться к одесситам, которые являются абонентами малых котельных. Таких достаточно много в нашем городе. Это котельные частично ведомственные, частично которые эксплуатируются нашим предприятием, на балансе которых всего 2-3 дома. Процесс запуска этих котельных также стартовал. В ближайшее время, до конца недели, они все будут подключены, и в этих домах также будет тепло.